Вам надо дойти до туалета и уже там обосраться. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами играем в игру под названием Ака Манта. Это хоррор, не новый, вышел где-то в 2019 году, если не ошибаюсь, но этот хоррор от студии Chilless Art. И в их игры мы уже с вами играли, вот можете сюда зайти и посмотреть. У этих ребят всегда очень креативные, короткие и впечатляющие хорроры. Я думаю, что и этот останется в нашей памяти надолго. Нажмем старт и приступим. Что такое Ака Манта? Это легенда о призраке. Погодите, потом расскажу. Вот, это твое наказание, Майка говорит. Ты отправишься исследовать. Будет очень весело. Вот что ты получаешь, когда приближаешься к нему. Только не думай сбежать. Да, лучше не беги. Опа. Кто это? Это как раз таки девочки, которые с нами болтали, что? Не беги. Ты поторопишься? Так мне торопиться или не бежать? Они прям такие анимашные. Мы идем, видимо, в школу. Это, короче, нам наказание. Меня булят. Они заставили меня пойти сюда ночью в школу, чтобы повстречаться. Как раз таки вот я и рассказываю. Ака Манта — это призрак в красном капюшоне, который может повстречаться тем, кто зашел в туалет. Ну, вот так я прочитал про это. Типа, вот ты зашел в туалет один, и тебе может повстречаться этот призрак. Найди другой способ войти. Окей. А, мы можем бежать. Но нам сказали не бегать, а я бегаю все равно. Вот он вход. По-любому, да. О, боже мой. Жуть. Что? Что? Как будто что-то прокатилось. Так, здесь закрыто. Нам нужно найти... О, погодите. Это наша стамина. Аккуратненько. Заходим. Что это? Да двери почему-то не до конца открываются. А-а-а! Мы можем сначала приоткрыть, а потом открыть. Если мы убедились, что никого нету, то открываем. Открываем. It's okay. Мы можем зайти в вентиляционную шахту, но нам нужно как-то эти палки убрать. Вау, что это? А, я сначала подумал, что здесь написано «беги». Какая прикольная озвучка здесь. Погодите, ключ. Старый ключ. Итак, у меня есть красная бумажка и старый ключ. Что это там? А, это, возможно, дождь просто бьет по окнам. Запись. Так-так-так, неужто ли это тот самый привлекательный новый студент, о котором ходят слухи? Всего неделя прошла, а тебе уже все говорят. Так можешь рассказать мне, что произошло с тобой? Отсуши, это как раз-таки студент, о котором речь идет. Не самый болтливый, да? Ну, я знал это, все про тебя это знают. Я так понимаю, что группа Кабаяш до тебя... докапывается. Они всегда любили быть в центре внимания, и ты забрал у них это, хоть и непреднамеренно. Я думаю так, судя по твоей личности. Эти ребята постоянно доставляют мне неприятности. Но они постоянно выходят сухими из воды. Как ты мог уже заметить, Кабаяши сын директора. И он довольно-таки умный. Но думаю, у меня есть решение. Я купил этот маленький рекордер, и если ты, их новая цель, сможешь добыть нам доказательства того, что они делают с тобой, у директора не будет никакого другого выбора, кроме как действовать. Окей, мы будем находить, походу, эти рекордеры повсюду. Ладно, у нас есть ключ. Судя по всему, мы можем открыть... Погодите, есть еще один туалет мужской, он закрытый. Мы можем открыть вот этот замок. Стоп. А, надо удерживать. Хорошо. Все, ключ нам больше не нужен, хотя он у нас еще в руках. Может быть, его надо выбросить? Я его выбросил. Но лучше возьму с собой. Смотрите, и здесь эти палки... Оу, здесь можно будет спрятаться. Походу, это survival horror. Нам скоро повстречается этот призрак. Вот кто-то здесь работает такое. Нет, это же окна. Это все еще дождь. Я же ничего не вижу. Дверь. Я открыл. О, смотрите. Что это? Лом! Прекрасно. Теперь мы можем пройти дальше. А здесь что у нас? Слышите?
Слушайте, это не дождь. Это что-то другое. Я без понятия, что? Как будто что-то ползало. Ладно, давайте пойдем сюда. Все, убираем их. Ой. Не ожидал этого звука. Офигеть, как долго! Там еще палки в туалете есть. Но давайте уж сюда поползем сначала. Ой, что это? Что? Кто-то что-то сказал? А! Я просто нажал на мышку и меня ударило. Я что, вместо лома руку сунул? Идиот. Я так понимаю, что меня, в общем, забулили, потому что я общаюсь с этим... Ой, ой, блин! Это реально многоножка! Я могу пить ее? Нет. Чё-то я не ожидал многоножек именно. Все, валим, валим, валим отсюда. Она будет сюда ползти прямо? Что-то я вообще не ожидал, что будет какая-то сороконожка. Пойдемте в эту сторону теперь. Опять. Опять где-то что-то ползает. Запись номер два. Погодите. Прям приближается, как будто бы. Ладно, давайте послушаем. Ведь игра паузится в этот момент. Просто нажми красную кнопку, чтобы начать и закончить запись. Я уже записываю этот разговор, пока мы говорим. Ты можешь нажать эту кнопку, чтобы отмотать запись назад. Я просто сказал, на всякий случай, чтобы ты не забыл. И последнее. Сделай так, чтобы они не видели, что ты записываешь. Всегда держи его в безопасном месте, чтобы он никуда не выпал из тебя. Окей? Вот, держи. Просто храни его на своей персоне, если ты вдруг передумаешь. Также, если тебя что-то беспокоит, но ты не хочешь мне говорить лично... Сволочь! Игра не паузится! Короче, я понял. Я сейчас подумал, что это школа, в которой мой персонаж, в котором я играю, учится. Им просто мы сюда ночью пришли. Но это заброшенная школа. И призрак в красном плаще именно появляется в заброшенных местах. О-о-о. Так, что это за место? Это новое место. Я здесь не был. Погодите. Так, что такое оранжевое? У меня карман полон. Ладно, давайте выбросим этот ключ и заберем эту бумажку. Что? Что? Он идет здесь. Оно, видимо, там, под потолком. Все, я могу открыть? Я вышел! Ух! Ладно. Давайте попробуем теперь вот здесь эти палки убрать. И не понимаю, для чего нам эти оранжевые и красные бумажки нужны. К сожалению, мы не дослушали эту запись. Но я не хотел умереть от многоножки. Как же плохо здесь без фонарика. Я вообще не понимаю, куда я ползу. Все ниже и ниже. Так. Куда-то мы сейчас выйдем. Смотрите. Опять. О, опять? Хорошо, мы в этот раз сюда пошли. А многоножка пришла первый раз. Вот как раз-таки откуда мы сейчас пришли.
Слушайте, может, мы даже сейчас дослушаем запись? Нет, стоп, она здесь. Блин! Надо как-то ее обогнуть. Обхитрить каким-то образом. Где она? Вот она. Я не сказал бы, что эта многоножка меня пугает. Она скорее меня просто врасплох застала, когда я слушал запись. Блин, как здесь легко запутаться. Еще одна бумажка. Блин, давайте ломик кинем. Возьмем бумажку еще одну. Где я? Видимо, надо собрать все бумажки, я не знаю. Я запутался, я вообще не понимаю, где я нахожусь. И лом этот я больше в жизни, походу, не увижу. Короче, у меня теперь полный инвентарь бумажек разного цвета. А вот и запись. Давайте пойдем сюда. Стоп, или я уже сюда ходил. Давайте попробуем прямо пойти. Боже мой. Я иду прямо к ней. Погодите. Ой, твою мать, мне придется... Давайте скинем здесь все бумажки и попробуем вернуться за ломиком. Опа, на удивление я его нашел легко. Хорошо, возвращаемся обратно. Слышите? Это что-то новенькое. Блин, что происходит? Что это было сейчас? Что это значит? Что это значит? Где я? Каким образом я здесь оказался? Чё за нафиг? Я в туалете снова. Погодите. Этого здесь не было. Это что такое? Это как будто, знаете, какой-то портал. Да. Оттуда идут... Я слюной подавился. Мне надо немножко понять, что произошло сейчас. Я стоял, смотрел. Я вызвал его, походу. Видите, булькать начало. И он сзади меня оказался. Может быть, пойдем за ним? Нет, я знаю, что мне точно нужно туда попасть. И те доски убрать. Это вот сюда. Я уже как будто бы выучил эту вентиляционную шахту. Вот запись. Значит, нам вперед. Погодите. Блин. Анатомический нос? Какого... Какого фига? Я вообще не понимаю. Анатомический нос. Что за прикол? Кстати, это еще один вентилятор. Аккуратнее надо быть с ним. Тут их куча. Опа! Есть! Знаете, что сделаем? Давайте все положим вот тут. Где у меня анатомический нос? Вот. И пойдем вернемся за бумажкой, которую я оставил. Все предметы собраны. О, слышите? Этот звук, опять этот звук. Многоножка идет! Быстрей. Скорей! Скорей! Есть. О, мы в безопасности, кажется. Я не понимаю, кстати, где мы находимся. Мы в туалете находимся. О! О боже мой. Походу эти надписи означают, что он где-то рядом. Надо спрятаться. Он ушел? Что это? И дует из сортира, прямо из дырки. Опа, здрасте. Спрей для убийства пауков. Все, хана многоножки. Ой, аккуратней. Тихо. Он не закончится ведь? Это мои предметы. Смотрите, исчезло.
Что это за дверь? Куда ведет? Я ничего не вижу, блин. Давайте многоножку убьем. Многоножка, ты где? Ага, слышу. Давай, иди сюда. Почему? Эй! Стоп! Ты что? Она должна подохнуть была! Этот спрей хорош только освещать путь! Слушайте, походу это для пауков, а не для многоножек. Все, выходим. О, блин. Что? Теперь она где-то здесь еще ползает? Так, здесь закрыто, с другой стороны. О, портал. Давайте туда напшикаем, на всякий случай, может быть, отравим. Так, все, щеколду какую-то сняли. Какую-то дверь открыли. Я вообще не понимаю, куда я пришел. Я потерялся полностью. И до сих пор слышу многоножку. Погодите, неужели свет? Я знаю, где. Блин. Здесь, может быть, еще какие-то предметы будут? Да, зажигалка. Наконец-то. Так. Так, может быть, спрей убрать? Я даже не знаю, что надо убрать. Есть! Ой, как хорошо стало. Погодите, а, мы спрятались в шкаф. Окей, будем знать. Вот, надпись означает, что он близко. Надписи нет, он исчез. Так, это было жутко. Увидеть фигуру, погодите, вон он. Нет, 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 я такого не ожидал. Вот этих звуков не надо мне, пожалуйста. Это самое жуткое. Черт, эта многоножка будет тоже на нервы действовать. Попробуем пройти. Вот там! Валим! Сюда? Куда-нибудь! Закрыто! Западня. Только не западня. О, черт! 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 Мурашки! Охренеть можно! Скорее вентиляционную! Открой меня, Мелли! Есть! Почему двери закрываются, когда я убегаю от них далеко? Я же не закрывал их. Здесь? О, как я это выдержал, не знаю. Посмотрите, закрылась дверь. Тварина. Блин! А там многоножка ползает. Вот она прямо здесь.
Этот призрак вообще взбесился, кажется. Его сначала вообще не было. Окей, идем. А теперь он есть везде. Зачем нам эти бумажки разноцветные мы нашли? Что значит вот это? Что мне с этим делать? Смотрите, паутина. Это означает, что здесь где-то будет паук. Опа, тапки. И здесь портал. Ага. Как раз таки мы уже это место знаем. Здесь ничего нету. Нам нужно за спреем, кстати, прийти. Я думаю, мы можем использовать безопасный маршрут. Но сначала надо понять, куда идти-то. Вот здесь паутина, значит, скоро будет паук. Паук, для которого нужен спрей. Нет. Нет. Тварь идет. Мне кажется, будет безопаснее через вентиляцию все принести в одно место. Опа, а это что за место? Здесь я не был вообще. А меня уже подпирают, значит придется сюда идти. Ключ? Это тот самый ключ, который мне уже и не нужен больше. О, черт, это не то место, в которое я хотел прийти. Но вообще, вообще это то место, кстати говоря. То, что надо. Оп, все забрал. Ребят, чтобы вы знали, меня это максимально встревожило сейчас и смутило. Я не понимаю, что это было. А это что? Не работает, не работает, не работает. Нужны предохранители. Это было очень загадочно, неприятно. Скорее. О, боже мой. Он где-то рядом. Итак, мы собрали все предметы. Абсолютно все. В одном месте. Давайте их кинем. И причем, когда я бумажку именно взял... Оп, все три бумажки. Нельзя. Давайте попробуем походить там, посмотреть что-нибудь. Вот если дальше пройти. А дальше это куда? А, нет, вот сюда дальше. Ой, только без страшных скримеров. Что-то металлическое ведро. Какого? А кто здесь смеялся? Постучаться. Открыли. О, что это? Что? Кислота? Может быть, это надо ведром? Просто я отхватил просто. Окей. Надписи вот-вот появятся, уже появились. Идем. Идем прямо. Закрыто. Блин, это очень большая игра получается. Тут так много мест. Опа. Энергетический напиток. Это чтобы лечиться. А сколько у меня хп? Оу, у меня, оказывается, инвентарь целый есть. Мне больно. Что? Рука. Хорошо, вот я вылечился. И взять руку. Ой, я ее уронил. У меня теперь есть нос. Есть рука. Пойдемте все в одном месте соберем. Вот тут. Это моя сокровищница. Вот вместе с носом, может быть, можно прям соединить? Нет. Никак?
Ублюдство полное. Хорошо, и ведро здесь. Вообще все. Смотрите, надписи. И музыка такая. Слушайте. Там оно зло ходит. Пытается меня поймать. Что? Что это такое? Что это такое светится? Манит меня. Я иду к этому. Оно меня манит очень сильно. Покажи. И звук издает. Что это? Что это? Что это? Магический пучок. Что это? Черный магический шарик? Ты что есть такой? Блин! Это же лицо монстра в красном! Я сам на него вышел, идиот! Так, все в порядке. Ей закрыто. Блин, как это внезапно появилось! Тихо. Он как нормально выскочил просто из-за угла! Но я не то чтобы испугался сильно, я немножко просто крикнул, чтобы ему не было обидно, что он такой не страшный. Так, а это маска, она меня не видит. Это очень хорошо, что она не видит. О, печенька! А, маска! Блин! Так... Сортир! Спаси меня в сортире! Сортир не тот! Блин! Шахту! 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 Он массивная атака в рост монстров! Что? Что ты ходишь? Успокойся. Знаете что? Мне нужно пойти забрать ключ на всякий случай. Я чувствую, что он мне еще пригодится. Так, это вот сюда. Ключ. Что там у меня? Ранен я. Супер страшно. Все, ключ подобрали. Соберем в одном месте. Мне кажется, что понадобится еще. Так, здесь ничего нету, здесь ничего нету. Все, сюда. Скорее. Вентиляционные батареи. Есть. Все, спаслись. Нет. Ха, прошла мимо. Тупая. Сороконожка. Сороконожка, вот кто ты. Все, мы здесь, у нас теперь еще и ключ есть. Давайте-ка возьмем самые необходимые вещи. Это лом, ключ и зажигалка. Остальное все будем вот приходить и забирать то, что нужно по необходимости. А для исследования вот эти предметы лучше всего подходят. Окей. Что это? Это маска. Идем в эту сторону. Здесь была печенька. Да? Нет, это анатомический мозг. Это значит, что мы... Давайте ключ пока кинем. Возьмем мозг анатомический. И пойдем обратно. Нет. Он прошел мимо. Мне показалось, он прошел мимо. Стоп. Стоп. Вот сюда. Черт! Нет! Какая ты страшная мразота, блин! Скорее! Какая ты гнида! Теперь у нас есть нос, рука и мозг. Это идеальная комбинация, все, что нам нужно. Рука согнет пальчик, засунет в нос и достанет до мозга. И так мы победим. Че там у нас? Danger! Мы ж подохнем сейчас. У нас только один энергетический напиток за все время был. Нам нужно вернуться. Что мы там оставили? Ключ мы оставили. Ох, какое говно. Ай, блин! Я прям на него вышел! Ныкаться. Все, it's okay. Боже мой, какая стрёмная игра. А ну здесь. Не выходим. А нет, только не додумайся открыть, пожалуйста, мой ящичек. Это мой ящичек. Слушай внимательно. Ну ладно, выходим. Что это было? Погодите. Вот ты где. Тихо, тихо, не сметь. Сраный портал. Блин! Все красно у меня все стало. Куда-нибудь подальше отсюда. Открывай мне гребаную дверь.
О, боже мой. Вы издеваетесь. Я должен попробовать снова. Если хмырь в красном капюшоне думает, что я сдамся, это не про меня. Он даже не знает, с кем имеет дело. Нет настырнее человека, чем я. Я хочу снова собрать все предметы, которые у меня были, вот здесь, в этом сортире. Игра мне пишет «Лох». Сам ты лох. Ключ дропнуть сюда, прям в сортир. Монтировка не уверен, что мне пока что нужна. Давайте походим. Все сразу соберем. Так. Ай, что за место? Ну это, кстати, какая-то новая дырка. Я ее никогда не видел. О-о-о. Что? Где я? Что это? Провода. Погодите, погодите. Провода. Это как раз... Чш. Что это было? Это... А, это же я делаю. Это как раз-таки туалет тот самый. Ого, как удобно, как выгодно. Как безопасно. Так, хорошо, давайте кинем провода здесь. Черт, маска! Она все еще здесь? Ушла. Ух. Какого дьявола? Окей, тогда давайте просто пока пошарим по вентиляционной. Соберем все предметы, успокоимся. Вот здесь мы нашли нос. Нос. Давайте кинем нос. Далее отправимся в самую дальнюю часть этой вентиляционной шахты и добудем там еще одну бумажку. Опа, это что-то новенькое. Это из мужского туалета. Ага, индиго. Значит, кидаем здесь бумажку и возьмем ломик. Иду прямо за многоножкой. Многоножка такая: Евгений, следуй за мной, я покажу тебе правильный путь. Сюда! Только не обижайся, если я кусну тебя. Я все-таки тупая многоножка. Я просто люблю кусать людей. Я скину здесь лом и возьму провода. Где провода? Я кинул их сюда. Но я не могу... А, вот же они. Вот здесь. Стоп. Ага, вот он, новый туалет. А у меня есть место для бумажки для этой? Есть. Да, это мужской туалет. Что ж, аккуратненько пойдемте теперь применим провода. А, что за помехи? Что за помехи? Блин, вот что за помехи! Скорее! Эта игра превращает меня не в человеческое существо, которое издает просто омерзительные вопли. Блин, да почему? Ты закончил, нет? Как мне теперь применить эти провода? Оно постоянно будет здесь. Ну, попробуем. Бумажка? Стоп, а где? Где вот этот кабинет с проводами? Вот. Скрываемся. А, это все. О, боже. Тихо. Итак. Что означает? Второй этаж. Первый этаж. Ладно. Пусть будет. Сначала первый этаж. Сейчас, короче, вентиляция. Бежим! Тупая дверь! Нет, 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 подняться, подняться, подняться! Так, нет, не бежим, отдыхаем, бежим. Берись! Тех, зажигалка! Зажигалка! Открывай! Успел, сумел, сумел. Тихо. Во-первых, стоп, не работает пропеллер более. О, мы можем через нее пройти просто. Вот что это за щитовая, для чего нужно. Рычаг отключает... Осторожней. Многоножка. Не дури, не тут. Рычаг отключает пропеллеры. Значит, на втором этаже нужно будет потом отключить. Что это за место? О, нет, колодец. Самая клишированная японская стрёмная тема. Колодец.
Привет. Давно я не говорил с другим человеком. Ты взял красную бумажку, не так ли? Бедная девочка. А, взяла. Я девочка. Что это? Ты хочешь, чтобы я помог тебе? Ну тогда тебе нужно мне кинуть монетку. Что? Монетку? Ну, а красная-то бумажка у меня есть. Вот, кинь монетку, тогда мы поговорим. Стоп. Это оранжевая. А это красная. Этот звук всегда был, когда портал был рядом. Или монстр. Ладно, давайте все откроем, посмотрим. Energy drink. Отлично, я, кстати, очень здоров, хотя меня били. Возможно, я вылечился. Здесь нету никакой монетки. Итак, первым делом нам нужно отнести все бумажки туда, где я все складываю. А там уже потом решать, что делать дальше. Хорошо, кидаем бумажки. Теперь просто пойдем отключим пропеллер на втором этаже. Это рискованно. Затея может провалиться с треском. Окей, мы здесь. Мужской туалет. Так. В случае будет открыто. Пожалуйста. Черт! Я смог совладать с этим приступом. А, дверь закрыла мне, теперь я не вижу ничего. Ладно, давайте попробуем в нагляк. Второй этаж. Когда говоришь в нагляк, игра понимает, что ты очень смелый, храбрый юноша. И не препятствует тебе боли. Пойдемте, вот здесь были пропеллеры. По-моему. Этот все еще работает. Кстати говоря, а вот этот... дает нам возможность что-то новое найти, неизведанное. Так. Вот именно, блин. Прыгаем в жопу самую. Что это? Портал. Полное говно. Здесь ничего нет. Где должна бадетка, ребят? Здесь как-то все очень плывет. Опа. Это что за медкабинет? О, блин, неприятно. А-то оно куда все надо поставить? Ясно. О, запись номер 3. Что ж, я никогда не думал, что я буду трогать эту штуку снова. Записывать свой голос в небольшом стеснении, если не сказать большего. Ладно, давайте перейдем к делу. Мой отец бьет меня, и недавно стало хуже. Я пойму, если вы не поверите мне. Вы, скорее всего, уже знаете, что он очень уважаемый политик. Я уверяю вас, тем не менее, что он двуликий человек. Он говорит «Никогда не ври!» Это его главный слоган, который он любит выкрикивать. Но это ничего не значит, потому что он просто изгибает правду для своего удобства. В общем, вам не нужно слушать это от меня, но у меня есть улики. Граффити. Здесь мы можем просто спрятаться. Как выйти отсюда? А, вот. А, это что такое? Семена! Просто пачка семян. Окей, это медкабинет, тут две двери, и все ведут сюда, в медкабинет. А как отсюда свалить? Что это? Опа! Опа, опа, опа. Очень хорошо. И здесь какой-то предмет есть. Рекординг 7. У тебя взгляд, сучки. И так же, как и она, ты гниешь. Гниешь внутри, видимо. Знаешь, что они говорят? Красота — это то, что внутри. Ударили ее. Шлепок был. Окей. Красота внутри... и шлепок. Блин, как я не хочу напороться на эту тварь сейчас. Я не знаю, куда мне бежать. Погодите, в медкабинет надо зайти. У нас же есть теперь... вот, ребрышки. Черт! 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 Открыть! Изнутри! Открыть, мать твою! Мы где? На первом этаже. Отлично.
Отлично! Ох. Так, значит, сейчас мы можем с вами взять еще два предмета из анатомии. Нос, мозг и где-то руку мы находили в прошлый раз. Пачка семян пусть здесь валяется. А тут мы берем нос. Блин, а мозг-то мы не нашли в этот заход. Какого дьявола ты сюда ползешь? Какого дьявола ты сюда... Пожалуйста, не надо, не надо. Ты не любишь выползать отсюда. Фух. Нам надо найти еще руку и мозг. Ладно, пойдемте. Все закрыть. Окей. Хотя бы нос поставили. Куда же нам теперь? Пойдемте в эту сторону. Выше. Опа, закрыто с другой стороны. Это нужен другой вентилятор отключить. Который третий. Их всего три в этой игре, походу. Окей, нам нужно теперь вниз. Ты всегда сможешь убежать. Помни об этом. Помни об этом, что ты бегун еще тот. А как нам вот это открыть? Давайте попробуем теперь переключить вот этот пропеллер. Нет, где оно? Оно где-то здесь. Слышите? Все слышат этот звук. Просто валим. Жив. Где она? Опа, вот, мы проходим. Отлично. О, блин, да, маска летает. Почему так он страшно вышел? Он как будто поджидал там меня. Что ж ты будешь делать? Вы чё? Все, я с ума сошел. У меня больше нету ничего разумного во мне. Что такое? Ты заканчивай! О боже мой, слишком много врагов! Что такое? Что ты смотришь? Кажется, меня загипнотизировали. Ладно, давайте рискнем. Просто в наглую. Помнишь, игра? Мы в наглую идем, мы смелые мальчики. Мы молодцы. Лабиринт стрёмный. Идем, экономим стамину. Так, сейчас мы найдем что-нибудь. Проход. Крыс. Паук! Так, ладно, он меня будет кусать, я понял. Идем дальше. Открывай, блин. Еще один паук. Да что ж такое, одни пауки. Мы будем просто обходить их. А где я находил вообще спрей от пауков? Еще одна запись. Эй, Накахима, ты слышал о том недавнем суициде? Разве не ты был ответственен за того парня? Да, Кобаяши его булил. Его это сильно задевало, настолько, что он резал свои запястья. В его голове точно не все в порядке. Такое ощущение, как будто он просто хотел чувствовать боль настолько, насколько возможно. Пожалуйста, не говори это так. В общем, я поднял эту тему, потому что... Ой, рядом со мной паук стоит. Потому что ты знаешь этого известного политика. Он был найден мертвым в точно таком же состоянии. И все его тело было порезано. Ты можешь в это поверить? Новостях говорят, что они до сих пор не подтвердили, суицид это или нет. Может быть, он убил себя после того, как его имидж был уничтожен? Ну, я в смысле, кто бы хотел ассоциироваться с таким человеком? Эй, Накахима, ты в порядке? Да! Ну что? Что вы делаете? Это нечестно, это грязный прием был, игра! Маска еще здесь! Как же это грязно было! Ну вы гады! Так, это фудмашина, нужен билетик. Блин, как много здесь всего в этой игре! И всего одна попытка! Так что это? Удочка. Боже мой, так. Вендинг-машина.
не работает. Погодите. Погодите. Я немножечко в страхе. Опа, давайте лечиться. Оп, исчез. Портал исчез. Западня! Ничего! О, как он здесь оказался? Он не устанет за мной бегать. Так, о, мы здесь еще должны посмотреть, как следует. Эй! Отвали! Здесь должно быть что-то еще. Странная книга. Мы нажали странную книгу. А сколько здесь таких странных книг? Еще одна странная книга. Опа, странная дверь. Рука. Супер. А. Блин, этот мразь. Этот мистер мразь может прийти в любой момент. Нам нужно найти все странные книги. Тихо, не трогай меня, паучок. Еще одна странная книга. Слышите? Слышите? Так, эту запись мы уже смотрели. Блин, тихо. Ой, блинушки, как у меня... Так, спрятаться! А, все, спрятался, игра честно. Сижу тут довольно долго, а красные надписи все еще мелькают. Мне кажется, она где-то просто ходит тут. Просто в наглую. Ладно, и... Оу, прямо здесь, гоу! О, паучок, ты меня схватил! Паучок, не трогай, не подставляй! Мы же друзья! Так. Лево-право. Выходим отсюда! Тихо, закрыть! Прям по сраке мне всадил! О, нет, маска! Давайте, кто-нибудь еще на меня нападите! Ну сколько здесь проходов? Вниз пойдем. Опа, смотрите. Некий проход открыл. Да скорее! Там смерть сзади угрожает, а ты ходишь медленно, не паришься. Что это? Туалет? Туалет! Спасительный! А, есть! Мы на том самом этаже, что нужен нам. Опа, давайте закроем нафиг. Окей. Знаете что? У меня есть удочка. Бросим ее вот здесь. Возьмем это вот эту аппетитную ручку мясную и отнесем к тому пропеллеру. Потом вернемся на второй этаж и найдем мозг. Да, это же вот здесь было. Вот здесь мы и бросим. У меня есть одна идейка. Я надеюсь, получится ее реализовать, чтобы не пришлось таскать все сразу. Сейчас мы, короче, соберем человека своего собственного. Мы здоровы. А! Мы точно стопудово лечимся. Мы лечимся, понимаете? Нам надо идти в комнату. Вот сюда. Плохая комната. Выбрал не ту комнату, которую надо было выбрать. Слышите, это музыка. Это кипит мой гнев. Кипит, поверьте мне. Сволочь. А, еще и маска. Так, открывай меня, блин. Стоим, сидим, прячемся. Окей, здесь, по-моему, был мозг. Выходим. А где выход-то? Еще здесь вот. Аккуратнее. Мозг! Да что ты переключаешься мне на мозг? Мне зажигалка нужна! А! Ты что, в туалет залетела, маска? Ладно, сразу отнесем руку. Какую руку? Мозг! Бросай. Теперь нам нужно пройтись в наглую. Все будет в порядке, пусть поорет. Легче, может, ему станет. Кстати, а мы здесь что, не лазили еще толком, да? Тут, во-первых... Чуть... Кто плачет? Это девочка.
обоссалась кислотой серной. Где зажигалка, блин? Все, она на месте. Так, и где-то там, в неизведанных краях, вот здесь. Опа, открыто, хорошо. Где-то тут будет еще предмет. Еще предмет. Что это? Энергетический. Блин! Ладно, в жопу энергетический напиток, возьмем лучше вот это. Отлично. Не нужен мне энергетик. И так хорошо. Я очень энергичный человек. В жопу запись. Нет времени слушать записи. Вы хотите, чтобы я еще какую-то историю... Дохлый паук. Вы хотите, чтобы я какую-то историю... Смотрите, где мы находимся. Охренеть. На улице. Какую-то историю еще должен изучать. Керосиновый насос. Смотрите. А вот здесь понадобится ключ. Керосиновый насос. Как много предметов здесь рандомных в этой игре. О, он жив, оказывается. Так много предметов, я вообще не понимаю, для чего они все. Я должен их всех применить. Скорее в туалет. Скорее в туалет, я сказал, все. Да. Так, ведро. Я не знаю, для чего оно. Пока скинем. Вот нужно эту руку отнести. Я очень надеюсь, что мой план сработает. Но чтобы он сработал как следует, мне необходимо добраться до этих переключателей. Я бы сделал это на самом деле через вот второй этаж, потому что нам нужно открыть ту дверь. Дверь на лестничную клетку. Это значит, нам нужно в эту сторону, по-моему, да. Да! О, да! О, да-да-да! Все, готово. А теперь пойдем через вентиляцию. Да там безопаснее же будет через вентиляцию, да. Итак, вот, значит, берем раз, два. Две руки. Я потом не удивлюсь, если нужно будет искать еще и желудок, печень, почки. Пенис, может быть, если это мужчина. Хорошо, кидаем. Ах ты, сволочь. Так, погодите. Это должно сработать. Надо встать просто чуть-чуточку. Вот прям на грани. Вот так. А, нет, не работает. Придется делать ходки. Ладно. Мне придется еще хрен знает сколько ходок делать. Где? Где кабинет? Здесь. О, так. Все. Свой собственный защитник будет. Возможно, он оживет и наваляет этому красному ублюдище. А теперь куда мне идти? Вниз. Так, мне придется пройти вот, вот таким вот путем. Не совсем приятным. Главное дойти до туалета. И уже там обосраться. Мы дошли. О, жизнь. Жизнь бурлит во мне. Где многоножка? Куда туда уползла? Хорошо. Мозг остался. Последнее. Ведь оно должно функционировать с мозгом, правильно? Тело это. Сейчас мы наградим его мозгом. Этого железного дровосека. Или что он там хотел? Нет, это пугало хотело мозг. По-моему, да? А железный дровосек хотел сердце. Неважно. Короче. Ну! Какой смешной клоун получился. Еще что-то нужно! Реально ему еще нужно будет органы пускать. Да вы че? Надо домой отсюда валить быстрее. Куда теперь? Знаю куда. За ключом. И потом... Он прям пошел по лестнице, я туда не пойду. Окей, пойдем за ключом и заодно возьмем этот насос. Я могу предположить, что мы им сможем отсосать чуваку в красном капюшоне. Нет, мы сможем вот этот, как его, что там у нас было? Кислота, да, была кислота. Так, выходим. Идем. Была кислота в туалете. Мы сможем отсосать. Идем, не боимся. Но мы еще туда не ходили, кстати говоря. И, кстати, я еще не нашел до сих пор вот от пауков спрей. Так, насос взят. Что? Это не работает.
не тот. Пул Кейт Лок, мне нужно найти пул Ки. Вот мы сейчас и разведаем, что тут у нас. О, блин, это далеко, нас куда-то ведет. Куда это нас ведет? А! О, хорошо. Мы все-таки добрались. Так, смотрите, вот оно. Ну давайте попробуем. Хочешь от нас, игра? Ладно, все здесь собрали. Давайте пойдем исследуем как следует третий этаж еще. Закрыто с другой стороны. Беда. Окей, давайте переключим снова. Паук. Она огромная, толстая, раздутая! О, мы так сначала неловко, молча друг мимо друга прошли, а потом осознали, что надо-то бояться и бить. Ему бить, мне бояться. Насос, удочка, семена. Куда? Куда я должен это все применять? Это есть безумие, друзья. О, no. Просто обойдем. Аккуратненько. Лоханул. Идем спокойно. Вниз. Ад. Что это было? Кто на меня напал? Идем. Опа. Что-то новенькое. Кишочечки. Продолжаем пополнять запасы органов. Оно стало больше. Я вам говорю, оно стало больше. Наверх. Куда я иду? Опа! Тихо! Прикрепить кишки! Нет, я застрял за пулка! Нет! Ты пошел! Нет! Нет! Это слишком рандомная игра, тут слишком непонятно, что делать. Я даже кишки сумел присадить этому чуваку, и он не ожил, чтобы защитить меня. Все против меня. Ладно, на сегодня с меня хватит. Если вам понравилась эта игра, то поставьте лайк, пишите комментарии. И если вам зайдет, я пройду ее до конца в следующий раз. Но на сегодня у меня просто седина в волосах появилась, походу. Огромное всем спасибо, что смотрели. С вами был Юджин, и всем 5.